Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и давайте сегодня вместе посмотрим на жеребьевку, которую провел Кефир. Типа, вы видите мои живые эмоции, погнали. 1xbet. Ну, 1xbet, это понятно, ага, это пропускаем. А, кстати, у меня тоже должен быть 1xbet. 1xbet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас. Я бы хотел попасть. Вообще не предсказуемо. Чего? Давай, да? На меня хочет попасться? Серьезно? Да, сразу. Не, ну, конечно, сильное заявление. Вот просто прикол в том, что акул мне постоянно все матчи проигрывает, но он хочет со мной попасться. Что, извращенец, что ли? Вон там бомбил, что вылетел. А, то есть он думает, что если я на него попаду, то я вылечу. Окей. 10 тысяч рублей и, знаешь, такие. Все оформим. Собрали аж 16 человек. 16 человек. Многовато стало фиферов. Не, серьезно, что-то дохера фиферов уже становится. 16 человек целых набрали. Так, ну, короче, он тут бла-бла-бла объясняет, так, типа, правила. Я думаю, вы так все это поняли. Крутую ленту новостей о команде. Так, Блэд. Две рекламы в ролике? Ты что, охуел, что ли, блядь? Не-не, за это мне никто не платил, поэтому проматываем этот момент. Ну, я сейчас реально чуть-чуть охуел, так знаешь. Не ожидал. Подстава полная. Сидишь такой, смотришь ролики и рекламу. Игрока. Первый игрок. Так, первый игрок. Это так интересно, блин. Так интересно. Так интересно. Да. Упала одна, кстати. Вот упала одна бумажка, да. Так, кто это? Эванион. Саутгемптон Эваниону достается. Это, наверное, худшая вообще команда. Хотя нет, не худшая. Или худшая. Я не знаю, какая там сейчас самая отсосная команда в ВПЛ. Ну, неважно. В принципе, как бы ты слабой командой можешь победить, поэтому недооценивать, я думаю, не стоит. Так, кому попадется Эванион? О, он будет доволен, я думаю. Джет Фифа. Да, Джет Фифа, ну, я не знаю, как играет Джет Фифа, типа, поэтому не могу ничего сказать. Лестер Сити достается, то есть будет Саутгемптон и Лестер Сити. Типа, одинаковые команды, но скилл игроков. Короче, в этой паре я ставлю на Эваниона. Опа! Я, блядь, панда. Чё так быстро-то? Я думаю, там в самом конце буду. Кто? Панда! Бля, я волнуюсь. Так быстро, панда. Ну давай. Блядь. Пожалуйста, дай кто, мне. Кто? Ладно, короче, давайте я попытаюсь сделать ставку. Вот чисто вот так вот рандомно, знаешь, ткнув команду АПЛ сейчас. Арсенал. Вот просто рандомно Арсенал. Предположу. Не знаю. Посмотрим. Оправдаюсь. Да. Оправдаются ли мои ставки или нет? Смотрим, бля. Я хочу посмотреть на его бомбежку. Я в прошлый раз тогда же... В прошлый раз мне попался, блядь, Ростов вроде. Команда стал не очень. Такая отсосная вообще была команда. А, Ростов ему достался. Ростов, ну нормально. Ой, блядь, я волнуюсь, так, я волнуюсь, чуваки. А себе блин Зенит ты взял? Кто мне достанется? Так, поехали, смотришь? Так, давай. Да блин, ты первый видишь, так неинтересно. Но все равно. Блядь, Эвертон, сука. Эвертон. Кто там есть в Эвертоне? Если играть обновленными составами, там Лукаку ушел. То есть самый главный тащер, он съебался. Ну, Уэйн Руни. Какой кошмар. Ну, не сказать, что я доволен. Андрюха. Слушай, да. Слушайте, я повезло, я бы сказал. Ага, повезло. Да, вот да. Сейчас посмотрим, какой у него соперник будет. Блядь, кто мне в соперники так попадется? Давай, вот это интереснее, чем давай моя команда. Сейчас подглядывать буду. Я понял тебя. Денчик Фломастер. Денчик Фломастер, он же ему обещал как раз. Карма вернулся. Блядь. А что было, ну, типа, что ему обещал? Да там своя история, можешь вырезать, можешь нет. Типа это, он его возил по городу. Типа. А, ну я ему вагер обещал, блядь, типа. Довези меня, я тебе 5 вагеров сыграю. Вот так вот, карма. Денчик Фломастер, а с кем? Слушай, это проходной соперник, в принципе. Не, ну не скажешь, что проходной. Он там Happy Go Lucky в 10-м дивизионе играет. Какой проходной соперник? Он наверняка там уже натренировался. Вот все зависит от того, какая у него сейчас команда будет. Если сейчас какой-нибудь там, не знаю, Манчестер или Челси, там что-нибудь такое, то хуй знает. Подожди, команда. Ох, ничего. Вот пидор, блядь, Тоттенхэм. Ну вот какого хуя ему Тоттенхэм? Там Кейн, блядь, этот уебок, который будет ебать меня. Блядь, эти два защитника бельгийца топовых, Льорис там, блядь, все, короче, забейте. Тоттенхэм! Пиздец. Нифига себе. Так, Арменко. Чё Арменке достанется? Смотрим.
Суонси, что такое Суонси вообще? Суонси. О, все, Арменка, до свидания. Фаворит. Сейчас Димка такой сидит. Так, а у фаворита что? Я уже так быстро проматываю. Типа себя уже увидел. Так. Да, давайте Ливерпуль фаворит. Если я сейчас достану Ливерпуль, я орать буду. Ну, это будет смешно. Челси. Блять, ну все, Арменка. Все хорошо. Челси, блядь! Следующий. Фифер Фейслес. А, Фейслес Захар, окей. Так, у Фейслеса Манчестер Юнайтед. Ты на Серега, ну что ты делаешь? Я не знаю. Ну, Фейслесу повезло, блядь. Манчестер Юнайтед достался. Так, его соперник у нас Финито. Финито против Фейслса. Два чувака на F. Так, у Финито будет Вест Хэм. Слушай, ну не плохо. Вест Хэм? Ну, в этой паре я ставлю все-таки на Финито. Я думаю, все-таки опыт Викенд-лиги зарешает. Ой. Дэн Бадаев. Там угадал, блядь. Бёрнли! Да, Бёрнли это тоже смешно. Давай я этот Денису Бадаеву. Акул! Акул с Бадаеву! Сердечко сейчас! Ебать, акул. Бля. Вот это будет сложно. Это сложно. С одной стороны, Бадаев, который, ну, как я знаю, лучше играет, чем акул. Но с другой стороны, у акула Ливерпуль. Тут сложно делать, знаете, прогнозы. Но я все-таки поставлю на акула. Это будет сложно, но я ставлю на акула. Ой-ой-ой, какая Гудмакс. Гудмакс, я про Гудмакса вообще забыл. Хорошо, Гудмакс. Вест Бромович. Герман. Герман. Ну, Гудмакс на изи должен Германа пройти. Да ладно. Хотя... Гудмакс, Герман, они когда не играли? Вообще? Сейчас от команды, конечно, давай. Еще зависит. Герман. Арсенал, вот Арсенал, и все. Бля, опять же сложно, блядь. Скилл против команды идет. То есть, блядь. Ну ладно, пусть будет Гудмакс. Буду верить в Макса. Сток Сити, Рома Рой. Сток Сити. Окей. И Тудроц. 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 Давайте, давайте, Манчестер Сити, забирайте. Кристал Пэлас. Блять, если сейчас Сереге опять Сити попадется, я просто охуею. В прошлый раз ему попался Зенит. И он просто выебал всех, потому что, ну, Зенит, очевидно, был сильнее всех. Это будет просто несправедливо. Надеюсь, что Форза Резорву достанется Сити, блядь. Вот просто, Резор, а себя просто, под Резор. Надеюсь, так, сейчас станет... А, блин, а где левая? Вот где? Подними левую руку. Вот, да. Это для тебя это для меня правая. Хорошо. Рука. Это правая? А это левая. Так. Акул все еще не знает, какая левая, какая правая. Ну, вы помните тот видос, наверное. Ты левша или правша? Так, ну, правша, что я задумался-то? Правша, конечно. И левой рукой пишу, и правой ногой бью, все, левша я. Так. И... Да! Блядь! Тема, прости! Тема, прости! Интрига убита просто нахуй. Просто нахуй убита. Нет смысла играть это дерьмо. Почему, блядь, второй раз уже кубок, который делает кефир, он вытаскивает себе, блядь, лучшую команду? Ну, окей, Манчестер Сити не самая лучшая, возможно, команда, но одна из лучших. То есть это топ-3, блядь. Это нихуя несправедливо, что киберспортсмену достается такая команда. Ну, пизда, блядь, это хуйня полная, короче. Сити, ребят! Итак, моя ставка. Кефир проходит дальше, ну, тут 100%, при уважении к Тёме. Сорян. Кефиру попадаются Тудроц. Кефир обыгрывает Тудроц на изи, потому что у них Кристал Пэлас, блять. Что это вообще такое нахуй? Тут, скорее всего, он встречается с Гудмаксом, Вест Бромовичем. Ну и там в финале какой-нибудь, не знаю, Эванион или Панда FX. Возможно, фаворит. Возможно, фаворит реально. Посмотрим. Но я думаю, что Кефир всех на изи сделает. И, как всегда... Сука! Бесит! Второй год подряд! Какого хуя? Полная хуйня. Я считаю, что в третьем году нужно делать такие правила, чтобы Кефиру доставались там команды из нижней таблицы. Мне кажется, это было бы справедливо. Пишите в комментариях, что вы думаете. С вами был я, PandaFX. Моя реакция на жеребьевку. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем хорошего настроения. Покедова.